В Атлантическом океане продолжаются поиски туристов, которые двое суток назад на батискафе отправились на поиски затонувшего когда-то Титаника. Связь с туристами, которых было 5 человек, прервалась спустя 1 час 45 минут после погружения аппарата в воду. Спасатели говорят, на борту кислорода хватит на 96 часов, поэтому не исключают возможности найти пропавших туристов живыми. Подробности этой спасательной операции я расскажу в сегодняшнем выпуске мировых новостей. А еще вы узнаете о смертельной жаре в Индии и о вирусе, который убивает малышей в Чили. Не пропустите в эфире канала ОТС, а также в нашем телеграм-канале.